Всем привет! С вами канал Армания. За ночь у нас выпал снег. Смотрите, как здорово стало. Какая красота. Когда снег выпадает, это всегда так красиво. Но я больше люблю, когда именно иней на ветках, когда все ветки белые. Вот это вот вообще прямо, особенно вот в лесах, это просто восхитительно. Вот, ну, в некоторых местах вот уже растаяло чуть-чуть. Там, может быть, теплотрасса, наверное, проходит. Не теплотрасса, как ее, господи, трубы. Тепло. У нас вчера, кстати, тепло отключали. Батареи прям раскаленные включили. Еще была она такая нормальная, прям раскаленная. Вот. Ну, у Димы, кстати, по-прежнему отключено отопление с прошлого года. Уже скоро будет месяц. У нас, кстати, 8 утра, начало 9. А, ну да, уже 9 почти. Какая красота. Веточки, давайте посмотрим. Веточки. Так снег на них лежит, интересно. Главное, веточка стоит боком, да, и на ней лежит снег. Удивительно. Машины тоже. Тут вот тоже вон она. Машина вся. Главное, фонарики горят. Я думаю, неужели она, наверное, заведенная, думаю, не сидит же внутри человек. Все, начинает там человек уже разгребать. Вот такая сегодня с утра красота. Посмотрим, растает все это к вечеру или нет. Там уже у нас пробочки начинаются. Но, слава богу, они длятся не так долго, не как в Москве. Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня я решила убраться в своей косметике. Взяла вот она, эту коробочку, которую мне подарили. Все уже тут немножечко сложила аккуратненько. Даже вот эта коробочка поместилась. Как то называется-то, господи. Креймер. Креймер, да. Он у меня все время просто стоял. Вот здесь у меня как раз кисточки поместились. Сейчас, я думаю, наверное, надо мою палитру сюда тоже поместить. Ее тоже вот так вот она помещается, да. Что-то опять она стала маленькая, конечно. Вот. Опять у меня больно. Не особо прям помещается все так. Наверное, только... Ну, вот как раз вот эти вот самые частички, которые нигде не помещаются. И вот эту я тоже оставила кисточку пакетики, потому что она может быть грязной, я не хочу, чтобы она потом запачкала все кругом. А ну как раз да, получается, вот эти две кисточки, это я дорого купила, а это я покупила в фикс прайсе на пробу. Сравнивали мы их. А ролик я оставлю, наверное, в описании. Ой, господи, в конечной заставке. Ну а тут еще, кстати, остается маленький кусочек места. Вот эти вот тоже, вот я его оставила. Здесь тоже, кстати, там кошмар, что творится. Тоже, видите, вот он грязный. А в такой коробочке он прям хорошо. Не пачкает все вокруг, а то обычно бывает. И я помню, когда-то у меня, когда была только-только была косметика, я помню, что-нибудь положишь, и потом достаешь, и там все грязное, все жирное. Особенно почему-то у меня губные помады протекали. Здесь такая. Честно говоря, я бы хотела еще таких. О, все поместилось. Несколько таких коробочек. Коробочка действительно очень удобная, очень хорошая. Может быть, если бы она. Да, или несколько, или побольше такую коробочку. Прям она такая плотненькая здесь. Вот на магнитике закрывается. Вот.
И давайте посмотрим, что у меня здесь. Здесь кисточка вот как раз у меня. Кисточка для пудры, которую я сюда положила. Апельсиновый включила. Очень люблю такие. Это, кстати, в Ашане покупала. Короче, получается, у меня вот так красиво. Тут вот одна внизу, это внизу. Там вот зеркальце вот лежит и пилочка. Я вот так вот, если смотришь, не особо заметно. Этот стакан я сейчас уберу. Вот, также туалетная водичка здесь моя стоит. Тоник мой любимый. И вот тут у меня была коробочка, решила не выкидывать, сделала ее для дисков. Вот так открываешь и диск берешь. Ну, короче, из мешка мне просто надоело каждый раз вытаскивать. Я решила сделать вот такую коробочку. Вот так вот. Вот там у меня вот так выглядит. Там еще я уберу, вот тут вот как раз вот эти вот там новогодние, как, господи, шары, которые в Нижнем городе с вами рисовали. Вот. Ну и здесь вот моя коллекция туалетных водичек всякая. Фотографии там мои детские, родителей. Вот здесь вот так вот. Вот эту надо сюда убрать. Вот тут тоже немножечко надо прибраться. Здесь это зеленка лежит на всякий случай, что срочно что-нибудь надо, чтобы не искать. Вот, тут надо еще прибраться.